Здравствуйте, «Точка зрения», передача участникам, которой может стать каждый, потому что мы работаем в прямом эфире, у нас есть телефон 24-24-80, звоните, подключайтесь к эфиру, задавайте вопросы. Президент страны одобрил идею присвоения Астрахани звания «Город трудовой доблести». Сегодня поговорим об этом с деканом исторического факультета ГУ Еленой Тимофеевой и председателем городской думы Игорем Седовым. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Юрьевич, вопрос к вам первый. Президент одобрил идею. Это значит, все, Астрахань, город трудовой доблести, или какие-то формальности остаются? Ну, конечно, это все. Раз президент сказал, так оно и будет. Но формальность остается, он должен подписать указ. И я думаю, что это будет ближе к празднованию обычно 9 мая. Обычно где-то в апреле выходят такие указы, в которых президент отражает те города, которые достойны звания города трудовой доблести. Но раз он на встрече с губернатором это озвучил, естественно, мы с вами не сомневаемся, понимаем, что Астрахань будет включена в этот указ президента. Ну вот перед тем, как мы здесь с вами сегодня собрались, наши коллеги сделали такой репортаж, я предлагаю посмотреть. Папка за папкой, акт за актом. Будущие историки уже более 2 недель работают в областном госархиве. Собирают по крупицам факты героизма земляков в годы Великой Отечественной. И речь здесь идет не о противостоянии на фронте, а о каждодневной борьбе в тылу. В годы войны большинство предприятий встали на новые рельсы. Работали 24/7 под лозунгом «Все для фронта, все для победы». И этот героический труд не остался незамеченным. Меня поразило это то, что медаль давали независимо от твоей должности. То есть мы встречаем то, что и давали и уборщицам, и механикам. То есть, ну, абсолютно разным должностям. Один из актов довольно-таки сильно меня удивил. Это мясокомбинат. На нем работало довольно-таки очень много людей разных специальностей. Начиная от секретарей и бухгалтеров, и заканчивая даже воспитателями. То есть там работали воспитатели, кто-то мог приходить со своими детьми и отдавать их, и оставлять их на воспитание, пока родители их работали. И это повсеместная практика. Мужчины ушли на фронт, женщины и подростки встали к станкам. Суточные планы нужно было выполнять на 100%. Огромный процент астраханок, женщин стали трудиться на предприятиях. И очень много молодежи. Сокращалось даже количество ребят, которые учились в школах, они заканчивали ремесленное училище, они приходили на производство, их обучали для того, чтобы, в общем-то, не прекращался вот этот вот бесперебойный процесс производства необходимого фронта вооружений. По данным Госархива, только в городе около 20 предприятий работали для фронта. Выпускали минометы, подводные лодки, катера, аэросани, боеприпасы, снаряды, консервы. Из Астрахани на фронт шли не только боеприпасы и продовольствие. Астрахань снабжала солдат обмундированием. Планы стояли суточные. Если, к примеру, взять план овчиношубного завода, за сутки он должен был шить 120 полушубков, 20 рукавиц или перчаток и шапки. Это все за сутки. Это лишь малая часть фактов об Астрахани в годы войны. Чтобы Астрахань получила звание города трудовой доблести, нужно предоставить факты того, что предприятия получали госнаграды или переходящие красные знамена за работу во время войны. Рабочие также должны были становиться лауреатами госнаград за трудовые заслуги. Предстояла большая работа. При городской думе была создана специальная рабочая группа. А сейчас предстоит большая работа по сбору подписей под заявкой. Это должна быть, ну, очень такая массовая работа. Я надеюсь, что все астраханцы откликнутся. Чтобы подать заявку на город трудовой доблести, нужно получить заключение Академии наук. Это первый шаг. Вот на сегодняшний день городской думы этот первый шаг сделан. Присвоение звания город трудовой доблести – долгий процесс. Архивные документы уже получили положительную оценку в Москве, в Российской академии наук. Документы будут приложены к заявке, которую городские депутаты направят коллегам в областную думу и губернатору. Окончательное решение за Российским оргкомитетом «Победа» и президентом Владимиром Путиным. Решение, как правило, принимается в канун 1 мая. В прошлом году статусом город трудовой доблести наделили 20 российских городов. Артем Лепехин, Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей. Елена Георгиевна, я так понимаю, это ваши студенты вели тоже работу. В частности, мы увидели, что было в марте 2020 года, начиная с этого периода, да, активная работа уже шла.
Какие конкретно факты искали и что нашли в итоге? Какие факты, подтверждающие того, что Астрахань действительно достойна звания город трудовой доблести? Начну с последнего, наверное, что Астрахань бесспорно достойна звания города трудовой доблести. Собственно, включившись в этот проект, в том числе и со студентами, мы думали о том, что нужно, наконец, сказать спасибо нашим землякам за тот самоотверженный труд, который действительно сопровождал их жизнь в годы Великой Отечественной войны на Астраханской земле, именно в городе Астрахани. И сохранение исторической правды и памяти об этом – вот это главная задача, может быть, цель и мотив, которым руководствовались все члены проекта, все участники проекта. А я хочу сказать, что это не только историки Астраханского государственного университета, студенты, но это сотрудники Государственного архива Астраханской области, Краеведческого музея, научной библиотеки имени Крупской. Это просто люди, неравнодушные к истории своего края, которые тоже приходили к нам, передавая какие-то очень личные истории о тех далеких событиях. Поэтому я думаю, что вот такая работа – это результат коллективных усилий очень многих людей. Так все-таки какие факты искали для того, чтобы обозначить, что Астрахань достойна? Какие мы искали факты? Да, что просили найти? Что просили найти? Да, действительно, мы ориентированы были на положение о субъекте, который хотел бы, чтобы его город носил звание города трудовой доблести. И в качестве вот таких критериев, параметров работы, было воссоздание образа, экономического образа того или иного города. Для нас это экономического образа Астрахани. Нужно было показать работу промышленных предприятий. Нужно было обязательно найти факты, свидетельствующие о том, что этот героический труд получал, в общем-то, поощрение со стороны государства в виде медалей, орденов. Мы искали предприятия, которые были награждены красным знаменем, причем Государственного комитета обороны, не просто какого-то другого ведомства или министерства. То есть наша работа была подчинена формально определенным критериям, но мы, конечно же, хотели с огромным уважением и благодарностью изучить те факты, которые свидетельствовали о самоотверженном труде астраханцев. И мы такие факты собрали в историческую справку, которая была одобрена Институтом истории Академии наук и получила положительное заключение. Есть у нас первый дозвонившийся сегодня к нам в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Вот такой вопрос. В 2020 году, еще начиная с января месяца, я неоднократно на протяжении всего года обращался в различные инстанции, в том числе федеральные органы. Дошел до Конституционного суда Российской Федерации. А вопрос такой, что в честь юбилея Победы 75-летия в 2020 году была произведена единовременная денежная выплата детям войны Архангельской области, Тульской, там, Владимирской, Ненецкого автономного округа, Калмыкии и очень много субъектов Федерации по России. В Астраханской области наши депутаты Единой России и губернатор Бабушкин, сославшись на отсутствие финансирования, не захотели произвести эту выплату. Вот. И получилось так, что как раз дети войны Астраханской области оказались ущемленными в правах этой выплаты, чем была нарушена Конституция и права детей войны Астраханской области. Вопрос Госдумы нашей Российской Федерации уже неоднократно ставился, но уже сколько лет не решается. И, так сказать, получается, что субъекты федерации не равны. Вот. Чем нарушаются права детей войны субъектов федерации, в том числе Астраханской области, и они остаются дискриминированными. Вот. Этот вопрос не решается. А Конституционный суд сослался на законы, что это может сделать только президент и, опять же, даже Госдума. Вот так вот. То есть, вот, спасибо. Спасибо вам, Игорь Юрьевич. Я правильно понимаю, что дети войны – это, собственно, те люди, ради которых,
чтобы повысить их статус, чтобы придать значимость их труда в годы войны. Ну и, собственно, и родилась идея. Вот, в том числе это название. Те люди, которые принимали участие в том трудовом подвиге, о котором сейчас вот... А вот сейчас, собственно, есть звонившийся, который обращается вот с такой вот проблемой. Понятно, что вопрос немного... Мне немножко не по адресу, но мы, тем не менее, мы этот вопрос возьмем. Я бы попросил, чтобы телефон оставили. Я обязательно завтра свяжусь с человеком, мы обсудим эту проблему. Ну, наверное, это областная компетенция, но я выясню этот момент. Действительно, есть некая, как сейчас сказал слушатель, есть зритель, есть какая-то, наверное, в других регионах, если делается, почему у нас, не знаю, не готов сейчас ответить, но обязательно выясним. Может быть, мы тогда озвучим номер приемный? Мы у вас возьмем телефон и свяжемся, мы это всегда делаем у вас с прямых эфиров. Угу. Понятно, что вы были один из тех людей, который вел такую активную работу по присвоению городу Астрахани звания «Город трудовой доблести». Вот сейчас была озвучена цифра, в том числе и в репортаже, что в 2020 году только 20 городов российских получили такой статус. И в этой связи, получается, у меня такой вопрос возникает, насколько это почетно? Я думаю, мы не будем сомневаться, насколько это почетно. Мы понимаем, что у нас есть различные статусы. У нас есть, в первую очередь, это города-герои. Это давно уже определено, да, я, если не ошибаюсь, последние города-герои у нас были присвоены там, в 80-х годах. У нас есть города воинской доблести, это следующий уровень. Это следующий уровень просто после города-героя. Города-героя, да, это город воинской доблести. Воинской славы. И следующий – это город трудовой доблести. Это те города, которые не попали вот в зону боевых действий, но тем не менее оказали огромное влияние своей деятельностью, в том числе и на ход, даже на ход Второй мировой войны. Я вам скажу такой факт. Мы вот с коллегами в работе в течение этого года ездили, встречались с коллегами в Волгограде, в том числе с мемориалом Сталинградской битвы, с руководством мемориала. Там достаточно такие серьезные тоже коллеги-историки, которые ведут всю эту хронологию Сталинградской битвы. И у них, на самом деле, и у них очень много в архивах документов о том, какое количество снарядов, продовольствия, топлива было доставлено из Астрахани для участия в Сталинградской битве, 80-летие которой мы вот будут в этом году и в следующем, я думаю, что такого всероссийского масштаба, вот, потому что это был такой волнорез Второй мировой войны всей. Вот. Ну, просто мы, понимаете, когда вот не трогаешь эти темы и, в общем-то, и не вдаешься, мы смотрим фильмы, смотрим какие-то документальные, художественные фильмы, а когда начинаем общаться и вот изнутри смотреть, а как вот, что повлияло, для того, чтобы один танк проехал 100 километров, ему надо почти тонну топлива. Понимаете, в военное время доставить тонну топлива до каждого там, до каждого танка, и вот эти все мы видим, там, какие были там битвы, танковые, там, самолеты, все, это же все нужно было обеспечивать. Когда мы брали какие-то исторические факты, просто поражаешься. Поражались. Игорь Ильич, мы вернемся к теме после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Точка зрения». Работаем в прямом эфире. Телефон 24-24-80. Звоните, задавайте свои вопросы. Астрахань практически гарантированно получила звание города трудовой доблести. Во всяком случае, президент страны уже одобрил эту идею. И общаемся сегодня по этой теме с Еленой Тимофеевой, деканом исторического факультета АГУ, и Игорем Седовым, председателем городской думы. Игорь Юрьевич, получается, стратегическое значение Астрахани в годы Великой Отечественной войны было оценено и в Российской академии наук. Вы говорили о тех фактах, в том числе, сколько топлива нужно для того, чтобы проехать танку, сколько нужно было приложить труда, чтобы хотя бы этот танк завести и дать топливо, собственно говоря, фронту. А какие еще можно факты привести, которые, в частности, вас, может быть, поразили, пока вы вели эту работу? Например, такой факт, например, за несколько месяцев был построен временный железнодорожный мост через Волгу. Понимаете, при
почти отсутствии техники и какой-то специализированных каких-то организаций, мы понимаем, что люди были на фронте и в тылу оставались там. Ну, специалистов было не так много. По сути, мирным населением, ну, конечно, с присутствием инженеров, через Волгу был построен временный железнодорожный мост. Или, например, как вот мы нашли в архивах, он долгое время носил статус, наверное, ну, в годы войны точно секретного. Там, например, чтобы эшелоны нельзя, ну, нельзя было разбомбить, ну, их бомбили, понятно, по железнодорожным сообщениям, да, был построен керосинопровод, ну, откуда-то из-под Кизляра, по-моему, до Саратова. Ну, масштабные работы, которые на все на это накладываете, что это в годы войны все было сделано. Ну и вообще, в принципе, мы говорим сегодня про наш родной город. Это главная транспортная артерия, которая связывала Кавказ по топливу со Сталинградом. Мы в первую очередь говорим о нашем участии Астрахани в Сталинградской битве. Значения огромные, миллионы тонн топлива. Ну, у Елены Георгиевны есть полные статистические данные. Миллионы тонн топлива, продовольствие, одежда, обмундирование. Все шло через Астрахань. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос такой уважаемым присутствующим. Почему-то совершенно не упоминается участие астраханцев, калмыков и дагестанцев в строительстве очень нужной для победы под Сталинградом железной дороги Астрахань-Кизляр. Спасибо. Елена Георгиевна, я думаю, вам есть что добавить. Да, я думаю, что... Я должна, наверное, сегодня сказать, что в исторической справке отражен факт строительства дороги Астрахань-Кизляр, в сооружении которой за короткий действительно срок принимали участие не только астраханцы, но и жители Калмыкии, Дагестана и Ставропольского края. Это действительно так, и мы в своей справке об этом говорили. И вот эта стальная магистраль сыграла, конечно, существенную роль в снабжении фронта всем необходимым горючим и топливом. В том информационном ресурсе, который мы сейчас собираемся создавать, а именно мы задумали и будем реализовывать проект создания книги, мы обязательно подробно расскажем об этом грандиозном строительстве. Действительно, нефтяная дорога, как говорили немцы, доживает последние дни под властью большевиков. Почему они признавали стратегическое значение этой магистрали и ежедневно, ежечасно ее бомбили? Целенаправленно делали все, чтобы не допустить снабжения фронта необходимыми нефтепродуктами, бензином и так дальше. Поэтому это будет частью нашей работы дальнейшей. Нужно будет сказать о том, что еще ветка была проложена Владимировка-Саратов. Астрахань действительно не случайно называется воротами Каспия, потому что она стратегически связывает центр и с пространством Кавказа, Средней Азии, с Ираном. Здесь мощное судостроение, и оно развивалось в то время действительно как результат вот первых пятилеток. У нас было 17 промышленных предприятий, почти 9 тысяч рабочих. Рыбообработка и рыбодобыча. Вот этот транзит по Волге нефтепродуктов, потому что из Баку доставляли в специальных танкерах эту нефть, потом ее переливали в специальные суда, потом в порту Астрахани, дальше уже перемещались на другие суда, и эти суда шли уже вверх по Волге. Астрахань сыграла ключевую роль и в Сталинградской победе, в Сталинградской битве. Это тоже безусловный факт, и мы не можем его отрицать. Ценой своей жизни, особенно речной транспорт, участвовал в подвозе продовольствия, живой силы, вооружения к Сталинграду, чтобы оказать помощь. А рабочие на заводах работали по 15-18 часов. Официальная смена была 11 часов. Работали в две смены. Обедали у станков, ночевали в цехах. Это действительно факт самоотверженного труда и высокой жертвенности, которую проявляли астраханцы. Ведь буквально месяц-два
Промышленность перестраивалась на вот военные рельсы, выполняли оборонные заказы. Что такое построить боевые аэросани? А ведь построили, три судостроительных завода занимались выполнением этого заказа. И очень высокую оценку получили как раз аэросани в боях под Москвой. Они там очень пригодились. А броневые суда, бронетанкеры, которые выпускали на заводах, они тоже сыграли свою роль не только во времена Сталинградской битвы, но еще потом обеспечивали победу при взятии Киева, Будапешта, Вены. Они, бронекатера, участвовали вот в этих сражениях тоже. Поэтому действительно мы можем говорить о великом самоотверженном труде наших земляков. Это бесспорный факт. Елена Георгиевна, ну, как говорится, добавить нечего. Игорь Юрьевич, город трудовой доблести, это звание, что оно может дать, вот, в частности, Астрахани? Ну, помимо той дани уважения тем, конечно, трудящимся, которые помогали фронту. Артем, материальных активов оно нам не даст, это понятно. Это будут еще дополнительные затраты, но все равно буду говорить о том, что это в первую очередь память о тех людях, которые совершали этот подвиг. Это сотни тысяч астраханцев, сотни тысяч. И у нас несколько тысяч, слава богу, еще до сих пор те, кто были дети войны, которые работали на тех же самых предприятиях, да, и жили в Астрахани в годы войны, они еще до сих пор живы. И в память о живых, и в память о тех, уже кого нет, и в первую очередь для нашего, конечно, подрастающего поколения. Это на самом деле сейчас трудно оценить, нужно попасть, не дай бог, в такие времена, да, и жить в это время. Я хотел бы еще сказать о том, что если у нас, вот я, например, коренной астраханец, у меня в обеих семьях и мамы, и папы, родители во время войны, бабушки трудились. Одна трудилась в селе на рыбодобыче, другая в Астрахани, буквально вот рядом с вашей телекомпании, в соседнем здании, было старое здание типографии «Волга». Моя бабушка печатала хлебные карточки, получила свинцовое отравление, инвалидность на всю жизнь в годы Великой Отечественной войны. Работая в приспособных помещениях, и, как сказала Елена Георгиевна, действительно, она мне сама рассказывала, по 14 часов в сутки работали, выполняя свой долг перед Родиной. Поэтому, в первую очередь, это, естественно, историческая память, и это обучение нашего подрастающего поколения и пример для подрастающего поколения, кем были их прадеды на сегодняшний день уже, да, прабабушки, прадедушки в годы Великой Отечественной войны и какое великое дело они сделали на этой земле. Я правильно понимаю, что начиная с этого года активно будет продвигаться вот этот бренд «Астрахань – город трудовой доблести»? Естественно, будет активно продвигаться. Сейчас уже Елена Георгиевна сказала, что творческий коллектив уже скоро начнет, ну, уже, в принципе, начал работу над книгой. Будет книга «Город трудовой доблести». И мы ее будем тиражировать, и мы договорились с губернатором, что это будет книга, обязательная к обучению в учебных заведениях города Астрахани, Астраханской области. Мы ее раздадим в библиотеке всех наших учебных заведений. Вот. Потом мы сейчас, конкретно сейчас, работаем. Также у нас идет работа по подготовке мероприятий к 80-летию. Это все грантовые мероприятия по подготовке к 80-летию Сталинградской битвы. Мы активно будем принимать участие. И так дальше. Мы не то, что нам присвоили, и мы забыли. Мы будем продолжать эту работу на базе городской думы, на базе Астраханского государственного университета. Так что вот сложилось, что мы вот, ну, и все, и краеведческий музей, и библиотека Крупской, и все госструктуры, которые причастны, они все будут продолжать работать над популяризацией этого высокого звания. Елена Георгиевна, добавить. Коротко, 20 секунд буквально осталось до конца эфира. Возможно ли рядовым астраханцам принять участие вот в каких-то проектах, которые будут посвящены? Да, Артем, я как раз хотела обратиться к астраханцам. Включайтесь в этот проект, потому что это действительно возможность сказать спасибо нашим соотечественникам, которые по-стахановски били врага на заводах, отдавая свою кровь, собирая посылки воинам. И я думаю, что такой совместный проект действительно поможет нам сохранить историческую правду и память
об этом величайшем событии в истории нашей страны и нашего региона. Я благодарю вас за то, что нашли время в столь вашем плотном рабочем графике прийти к нам сегодня в студию и поговорить на самом деле о важной и нужной теме. До свидания, до новых встреч.